покупки продуктов с магазина «Фуршет». Взяли еще пасочку кушать, значит, 23 гривны. Потом взяли ошеек мяска по 100 гривен килограмм на 32 гривны. Дальше шпроты взяла, вот такие вот, они там по 40 гривен. Майонез 15 гривен в акции, буряк, 2 буряка на 2 гривны, буду делать селедку под шубой. Взяли тортик медовик на 48 гривен, тут 400 грамм. Хлеб, пластивцы на кашу, украинский хлеб. Дальше взяли селедка в акции по 37 гривен Матиас. Крабовые палочки Вичи 19 гривен. И вот такие две вкуснейшие скумбрии холодного копчения. Они вытянули на 56 гривен 90 копеек. Килограмм по 105 гривен. Так, ну и лоли шейки. И сумма чека у нас 383 гривны 9 копеек. Господи, молоко и колу еще взяли. И сырочек. Так, разброс сказала, что-то вообще. Так, покупки с магазина Ермолино. Блинчики вот эти очень вкусные с творогом. Лакомка. Это вареники с картошкой. Значит, лакомка 32 гривны, вареники с картошкой по 18 гривен, пельмени 20 с чем-то сибирские. Ну, в общем, этот кулечек мне обошелся 80 гривен. Дальше заходила в Макдональдс. Тут у меня чизбургеры и картошка фри. 80 гривен. Бананы купила, яблоки. Там в зоомагазине такого ничего особого интересного. Так, и пришел заказ у меня с магазина Диабет. Нет Диабет. Вот он. Сейчас фокусируется, кому надо. Хороший магазин, хорошие цены, хорошие скидки делает. Зовут парня Павел, который этим занимается. Так что это не на правах рекламы, просто может кому-то понадобиться. Заказала бабушке две вот таких полоски. Акучек Актив, тут 50 штук и еще 10 таких иголочек. Вместе со скидкой обошлось в 510 гривен. Пришла с магазина АТБ и показываю, что я купила. Ну, тут в основном такие вкусняшки. Так, купила вот такие конфеты первый раз. Вот True For You конфеты, даже без понятия, какие там. Видела моя одноклассница, ну, покупала, говорит, очень вкусные. И я вот взяла. Тем более соседке пойду в гости, надо что-то к чайку принести. Принесу что-нибудь оригинальное, а не только свое любимое птичье молоко. Вот такое вот. В Инстаграм потом сфотографирую и расскажу свои впечатления. Так, далее купила в акции, они по 39 гривен вместо скольки-то, вот эти вот вкусные фитнес-хлопья, я их очень люблю, они мне очень нравятся, они для меня как десерт, но если они есть, я их ем постоянно вместо завтрака, обеда и ужина, а по системе же. Прервалась, телефон звонил, надо на камеру снимать, никак не... Заряжу камеру свою нормально. Значит, я же говорю, по системе нельзя, поэтому, ну, взяла, буду баловаться на завтра. Они сейчас идут в акции в АТБ. Так, взяла дальше на завтраке вот такую вот Машеньку в новой упаковке. Свои любимые сырочки с клубничкой. Тут их 4 штучки. Так, далее что взяла? Творог. Я маньяк по творогу. Потому что если нет творога, значит, у меня, пускай будет полный холодильник, мне всегда чего-то будет не хватать на завтрак, обед, ужин. Вот, поэтому взяла творог, он сейчас в акции идет по 24 гривны, взяла 2 обезжиренных. Взяла ферму, янтрань, плавленый сырочек вкусный, масло для жарки блинчиков, каши, такое недорогое, но, по-моему, 29 гривен. Печенье Марию к плавленному сырочку. Мыло для рук, сметанку большую, дальше кефирчик 1% взяла себе, вот такой вот, и молочко 2,5 ферма, хлопьем еще. Дальше большой кетчуп,
любимые свои кроссворды и кухонные полотенца. Вот такие вот у меня были покупки. Вроде все вам показала. На 355 гривен 75 копеек. Так, сегодня у нас 19-е. Вот такие вот покупочки. Ну, как, были покупки мужу одежды. Я их вылаживала в Инстаграм. Кому интересно, у меня Инстаграм открытый профиль. Зайдите, посмотрите. Мы ему покупали хорошего качества и хороший Коламбио и спортивные штаны Adidas. Сейчас похолодало, потеплеет, пойду себе одеваться. Очень мне понравилось. У нас тут на Трещинском рынке огромный выбор. Классно. Всего. И не так и дорого. Так, вот, также я снимаю потихоньку вам недельный влог и буду снимать, и уже снимаю сегодня, а завтра буду снимать, и так в течение еще недели, мое питание по системе минус 60, давно вам обещала это видео. Вот такие вот у меня небольшие покупочки. Всем большое спасибо за просмотр, за ваши комментарии, всех целую, всем пока-пока!